Самые благоприятные условия для пожилых людей созданы в Нидерландах. В тройке лидеров также оказались Исландия и Дания. К такому мнению пришли эксперты Меркер и CFA Института, недавно опубликовав ежегодный пенсионный индекс. Он охватил 47 пенсионных систем по всему миру. Специалисты учитывали более 50 факторов. В этом году в список попал и Казахстан. Наша страна заняла 20-ю строчку рейтинга по лучшим пенсионным системам мира. После республики следуют Гонконг и США. В целом эксперты оценили зарубежные структуры пенсионных доходов, подчеркнув недостатки каждой из них. Также в отчете они предложили возможные направления реформ, которые могли бы обеспечить более устойчивые пенсионные выплаты. Уделять достойное внимание пожилым лицам немаловажно, считают аналитики, учитывая, что средний возраст населения во всем мире продолжает расти. Кроме того, трудности для пенсионеров возникают на фоне роста инфляции. А чтобы улучшить какие-то показатели пенсионной системы, эксперты предлагают рассмотреть потенциал искусственного интеллекта. Однако к этому вопросу нужно подходить крайне осторожно. Тут есть и свои риски. К примеру, появление фейковой информации и подверженность хакерским атакам предупреждают эксперты.